Давай, Игорь. Давай, вот видишь человека впереди, втащи ему. Давай, давай, давай. Тебе очень повезло, что я в наушниках. А ты мамат. О, нихуя. 0-0-24. Ну-ка, как нам запустить эту херню? Я уже запустил запись, Олег. Вот, начать запись. Блин, ну ты прям герой наших видео новых. Там люди, я когда это выложу с тремя FPS-ами, люди охренеют. Капец, я тоже. Да. Кадры из Украины. Ну, какой обычный у нас автопром? Да, Украина. У нас автопром обычный точно такой же, как в России, наверное. Да, тут ничем не отличается, и так понятно. Какой автопром? Иди в магазин. Да, иди в магазин, ты чё? О, женщина. Хватит. Мне стыдно. Капец, я в анабе. Капец. Давай, разрешение 140 пикселей. Давай, иди уже. Если тебе скажут, убери камеру, уже. То мы просто это выложим. О, капец, зашел в магазин. Если тебе скажут, убери камеру, то мы ничего не сделаем. Да-да. Мы это будем просто смотреть капец. Из кармана. Капец. Ну, хотя типичные, как в Москве, то же самое. Ничем не отличается. Так, идет, и Игорь. Опа, идет. Осторожно, там женщина впереди. Она могла тебя заметить с камерой. Беги, Игорь, беги! А тут, если что, ничего не делать за то, что ты ходишь с камерой. Капец, ну ладно. О-во-во-во-во, так-так-так. Сделай обзор на то, что ты сейчас возьмешь. То есть прям приблизь к камере, посмотреть, чтобы нам... Да-да-да-да-да. Давай. Это автомат в первую очередь. Неважно, сейчас посмотрим все равно. Я извиняюсь, а этот томат? Спасибо, спасибо. Ну, женщина спросила. А что ты хочешь от меня? Неважно, что прикольно. Ну, хотя, ладно. Мне надо, вот что мне надо. Так, приблизь, показывай, ближе. Так, держи, пусть фокусируется. Капец. А это что такое? Это томатная паста. О, капец. Ладно. А, у нас все на украинском. Ладно. Капец, ну мы поймем интуитивно. Да, щедрый дар. Тем временем 1:44 ночи. Олег, да. Капец, какое классное видео, познавательное самое главное. Да, мне кажется, это соберется. Миллиард просмотров. Игорь пошел в магазин, так назову видео. На меня как на дебил уже смотрят. На тебя? Да ладно, чё ты? Они как будто тебя знают. Я, кстати, то видео с гигиеной и Игорем так и не посмотрел, потому что мне оно показалось дурацким. А это тебе кажется не дурацким? Вот это мне кажется не дурацкой, потому что здесь Игорь, есть я. Ты ходишь кругами, ты понимаешь это, поэтому тебя на дурака смотрят. Ты не можешь найти еду. Молодой человек. О, жопу чью-то заснял. О, барон. Ясно. О, 8.90 копеек. О, качество улучшилось. Да. Давай, бери хлеб, показывай нам его. Показывай взял, хлеб. Взял и убегает. Шакал. Показывай. Я спиздил хлеб. У львов еду. Томатная паста, хлеб. Че дальше? Чайник с функцией жопа? Ща. Чего? Что там написано? Ша. Ускорился. Его. Две единицы еды. Две? Так он же вроде три хотел взять. Игорь, ты что-то забыл? Игорь, ты что-то явно забыл. Ладно. Совесть я забыл. Точно. А чё вы тут снимаете на кассе? Выруби. Всем привет, с вами Олег. И сегодня сбери свою команду героев. Героев. БТС. АТБ. Я герой. Капец. Кассирщица Люда. Блин, Игорь, а ты точно ничего не забыл?
Тоже обратно нет. заставим идти. Да. Кассирщица Люда, два верблюда. Ха-ха-ха-ха. На сайте... Прикиньте, она все слышит. На сайте обирай. На сайте. Ты чё творишь, дебил? Ты чё творишь, дебил? Мы видим в этой, в плитке... На сайте убирай, магазин без черги. Нет. Пакет нужен? Бери, дебил. Потом вот не будет пластика во всем мире, и будешь с пакетом один ходить. Игорь, ты точно ничего не забыл? Мы волнуемся. Мы волнуемся за тебя, Игорь. Ты точно ничего не забыл? Да, мы волнуемся за твое здоровье. За твою забывчивость. Во, капец, какой графон. PS5. Игорь, ты что, застыл? Игорь, ты чего? Капец, у него классные ботинки. Капец. Капец, реально. Игорь, о, бабку Игорь, с ноги, бабку с ноги. Не забыл ничего. Бабку с ноги. Вы задолбали! Ты точно ничего не забыл? Ты же три вещи хотел. Вы достали меня!